Почтить память 10 человек, погибших при исполнении служебного долга, приехали помощник министра внутренних дел Российской Федерации, председатель Российского совета ветеранов, органов внутренних дел и внутренних войск, генерал-полковник Иван Шилов, заместитель начальника Главного управления МВД России по Московской области, полковник внутренней службы Петр Зоров, глава района Андрей Иванов, руководящий состав межмуниципального управления, ветераны органов внутренних дел и сотрудники полиции. Каждый хотел выступить перед собравшимся. Мы сегодня принимаем участие в очень важном событии. На территории Московской области в управлении внутренних дел Одинцовского района. Это важное событие связано с памятью наших товарищей, сослуживцев при выполнении служебно-боевых задач. Мы отдаем дань памяти сотрудникам, которые служили рядом с нами, охраняли покой и правопорядок жителей города Одинцова и погибли при исполнении служебных обязанностей. Многие из присутствующих знали их лично, служили с ними плечом к плечу. Глава района отметил, что люди, чьи имена высечены на памятнике, внесли неоценимый вклад в укрепление правопорядка. Служба правоохранительных органов очень и очень непростая работа. Они приходится преодолевать себя, бороться, рисковать, жертвовать своим здоровьем, а иногда собственной жизнью. 10 сотрудников Одинцовской полиции отдали свои жизни во имя мира и безопасности на родной земле. Их жены стали вдовами, их дети стали сиротами. Каждого из них мы помним по имени. Заместитель начальника Главного управления МВД России по Московской области, полковник внутренней службы Петр Зоров, рассказал, что на территории региона память павших сотрудников органов внутренних дел увековечивают 23 обелиска и 72 памятных доски. Именами правоохранителей названы 11 улиц в городах и поселках Подмосковья. Среди гостей на торжественной церемонии присутствовала и вдова одного из погибших сотрудников правопорядка. Женщина, не сдерживая эмоций, поблагодарила всех, кто принял участие в таком важном деле. Когда мы теряем своих близких, замирает мир, замирает все вокруг. И только память, наверное, дает возможность жить и двигаться дальше. Сегодняшние события – это прямое подтверждение того, что о наших близких помнят. И я от лица всех родственников имена погибших сотрудников, высеченных на этом памятнике, говорю большое спасибо всем, кто собрался сегодня, всем, кто принимал участие в создании этого памятника. После приветственных речей под звуки оркестра памятная доска была открыта и к ней возложены цветы. Монумент состоит из трех плит. На центральной изображен щит с гербовой фигурой орла, аббревиатурой МВД и девизом «Долг, честь, мужество». А на боковых высечены имена правоохранителей, погибших при выполнении служебного долга.